Да мне не надо деньги, мне пароль надо. Пипец, я испугался. Спокойной ночи, Вань. Сорвался лифт. Эх, работник упал. Антон, что, спасатели вызвать с ними этажа пытается. Чисто музон дали нам послушать, Вань. Это кто такой? Я отомщу за тебя. Вань, паук. Паук. А я в туле яблок. Помог. Мне нужна собака по воды. У меня шиза уже. Может, что-то для байкера стоит? А бабка предложила поиграть ему в Роблокс? Смотри, фокус с исчезновением. Ты в окно, что ли, выпрыгнул? Штанов слизывать. Кровью залил только. А я могу в текстуры залезть. И сейчас игра заканчивается. Прикинь, да, реально. Старая версия установилась, блин, новую надо скачать. Ну-ка, 0.5.10 попробую. А, это 9, господи. Все, Вань, сдаемся. Ради этого мы и проходили Backrooms, чтоб здесь застрять сразу же. Один год ковиду, блин. А вот же скор, смотри, 3.7.0. А, там нет. Нуля нет. Нуля нету, да. Да, блин, а я уж обрадовался, думаю, ура. Так, есть доллар. А, шанс, типа, 1 или 5 долларов выиграть. Да мне не надо деньги, мне пароль надо. О, смотри, смотри, билеты о, можно взять. Да, серьезно, а нельзя попроще было понять нам? А ведь, блин, 3.9.1 писали, а надо было 9. Это светофоры, мы что, в мини-городке сейчас окажемся? В городок, а, Вань, прибыли. Городок. А, понятно, и короче, хотят бэкрумс заселить. Доступное жилье для всех, как говорится. Ты, Вань, что, пытаешься провалиться, что ли? Это, видимо, как забучие пески, видимо, типа. Дурак конченый, ты чё, капец, я испугался. Алло, чё там у тебя? Давай, Вань, тоже. Чё произошло? Ау! Чё, как тебе, Вань, крокодил нормальный? Боже, капец. Блин, фонарики потеряли теперь. Ой, параша. О, глаза, глаза, у него глаза во рту. Чё, им не нравится свет. О, класс, а фонарик не хотите дать обратно, не? Не знаю, зачем сюда форт тут? Не падай. Ну, типа, безопасная зона, здесь ходить можем спокойно. Дверь заперта. Да блин. Ваня, ну ты чё упал всё-таки? Ну зачем ты туда? Чё, проверять что ли? Чё там происходит? А, ну найс, отлично. Зачем я проверил? Спустился. Музон играет. А чё, не этажом ниже? О, а, нормально. Ремонт, ура, хату построю себе. Кровать есть, всё, спать. Спокойной ночи, Вань. Так, а чё это делать? Проверка реакции, ДБД? Опять? В смысле, не понял. Чего? Не хотите объяснить, что это такое? Я не понимаю. А, левой кнопкой надо было щелкнуть. Понятно. Нет, на самом деле, я ни черта не понял. Что-то просто рандомно тыкнул и все. А какую я дверь сейчас, в смысле, какой рубильник я включал? Третий по счету? Фиг знает. Вроде да. Так, надо первый, второй включить будет еще. Не понял. А что за карта? А, господи, не той стороной смотрел. Найс. А чё, почему я бегаю все время? А, из-за монстров снизу. Нормально, дорожные знаки. Спасибо. Чё там, бомж Петрович прошел? В смысле, не понял. Все там от телевизора отпрыгнули. Так, вот так вот к этой стене бежим. Чего? Какой стене? Не понял. А какой стене? Ха-ха-ха. А, найс. Погнали. Пошел нафиг. Техника безопасности, это важно, да, запомните. Сорвался лифт. Эх, работник упал. Ваня, вызывай это спасателей. Погиб молодой. ГИБДД, да. Кто-то стучит. Здесь, алло. Можно? Кто-то стучал. Че можно? Ты че, вниз спрыгнул, что ли, Вань? Я че, обнову скачал, чтобы один проходить ее? Секрет левел, может быть, да. Да, Вань, верю. Ты б меня тогда не мог слышать, если бы. Понял. Будешь летать там, внизу? Мы все там летаем. Да что там стучишь? Я понять не имею, что делать, отстань. Да, заходи. Как будто тебе запрещает кто-то заходить. 5, 2. И че? А, открыла сопраху. Мне уже страшно. Я, пожалуй, сок бахну. Спасибо. А,
Че? Ладно, окей. Ура, победа. Ура, победа, да, Вань. Тебе сок, Пьем. шоколадку, что-нибудь надо попить? Миндальной воды. Да, ну, а ты ж умер, в смысле? А, и мы Не знаю, вернулись. припасы... О, припасы восстановили. О, дюб О, кстати, они теперь предметов. другие тут. Лифт сорвался Ура, второй опять раз. глиф, ну ладно. А, друзья, что будет, если... Ваня, не надо, подумай. Что сделать хочешь? Он там что, спасатели вызвать с нижнего этажа пытается. Ты что там делал? Ну-ка, расскажи. Я бутылку скидывал. А. Попить дал Я за челу, да, бутылку чтобы не скинул, умер. шаг 3. Так, давай хлебнем сачок и побежали. Все, готов? Да, давай. Погнали. А, Вон тупик. тупик. А нафиг я сок тогда выпил? Следуйте за синим светом. В смысле? А куда следовать-то? Не понял. А мы нажали же. А что не так? А, может прыгнуть? Да, прыгнуть. А, не, Вань, держи, держи, держи. Вот тут она открывается проход. А нажимал. если вдвоем Она встанем? открылась. Все, побежали тогда. Она без тебя открыла. А. Что за бред? То есть один кто-то должен Видимо, только пройти, один что должен ли? пройти. Видимо, Ай, да. блин. Ладно, давай, Вань, удачи тебе, молодой. А мне что делать теперь? Что? Что? Алло? Я понял. Нормально. Нормально? А мне нравится. В смысле двери. А Ваня умер, что ли? Спасибо за бензопилу. А в смысле, а что пилить? Капец, прикольный уровень. Экшен. А от кого бежать? А, ой, а кто это? Рептилия какая-то, блин, неуязвимая. Кухня. А, иди наш. Тележка. В смысле? Чего? Не понял. А так драйвово было, мне прям нравится. Ладно, Вань, погнали. Ты там с кнопки убежал, мне путь заблокировал, я там умер. Ладно, готов, погнали. Да. Музон прикольный, скажешь. Ну да. Чего? Мы не туда бежим. А тут закрыто. А, да, мы проиграли. Это прям, я считаю, самый топ-1 уровень в этой игре теперь. Так, куда бежим? Да, правильно, давай. Вот пили, сюда. Пили, пили. Давай, давай, давай. Все, открывали, погнали, 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 беги. Так, а тут куда? Я не понимаю. Налево. А я туда бежал, нас убили, меня убили. А вот справа вниз спуск. Сюда, сюда. Уф. Ага. Меня чел бесконечно. Не в ту сторону. А куда? Назад, назад, назад надо. В смысле, мы что, проход голубой пропустили, что ли? Или что? Нифига меня там догоняют. Ничего не вижу. Ладно. Я куда-то не туда забежал, забрел. Я думал, я хотел спрятаться, чтобы постелся, чтобы он меня в темноте не увидел. И налево. Еще раз налево. А, нифига. Куда, А вот, Вань, это ловушка была. Вань, это была ловушка, походу. Да, это ловушка была. Мне, кстати, еще под прошлый раз сломался, и мне все время он пилил. Ты просто бензопили контрабандист, вот и все. Куда теперь? Может сюда? Ой, нет, Давайте. Нет, 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 вот сюда. Наверх, наверх. Направо. Нет, налево. Нет. Чисто музон дали нам послушать, Вань. Качает музон. А чё? В смысле, подожди. Монстр идет. Да блин, у меня камера уехала вверх. Открывай. Побежали. Ай, двери. Не толкайтесь, ну вам чё, сейчас выходить из комнаты надо. Ну подождите, мы пробежим. Потом вот экзит идет. А потом... Да ты чё, блин, когда ты прибежала, успела? А вдруг это тоже тупик? А, вот тут проход есть, Вань, сюда. Понял. Давай, 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 почти, видимо, я почти выиграл. Направо. Фиг знает, правильно пошел, неправильно, понять не имею. Налево, наверх. О, ура. Уф. Эх, Вань, жалко, ты умер там, не добежал чуть-чуть. У меня белый экран в конце был. Ты в раю, я Вань. Ничего не видел. А, что, сбоку Б по прямой, а С сбоку. Пошли телевизоры толкать. Теперь мы грузчики. О, ребята лифт. Работящие. Это кто такой? Ух, а, дурак, ты Понятно. Чё, блин, пугало? Так, подожди, я отомщу за тебя. Давай, режь его, давай, Ваня. Ну, блин, ладно. Блин, Спасибо, ну, Ваня, это был героический я поступок. Хотел его распилить, но не получилось. О, тут какой-то паук, паук огромный. Смотри телевизор, паток. Давай. Ай, блин, я не могу выехать. Вань, паук, паук. Ты чё заставил? Я же умер. Взял, кинул товарища.
Дверь запер перед лицом. А чё ты мне дверь-то запер, блин? Я ж умер. Ну, типа, топ-10 пранков разыграть друга. Я тебе скажу, когда бросать телевизор. Не, не в том плане, чтобы его швырануть куда-нибудь подальше. Что-то показывают? Да, мультики показывают. Ну, Ваня, осторожно. Паук. Дай я посмотрю. Пошёл нафиг. Не, я его закрыл. Смотри, у него башка торчит. Или это ты, Ваня, открыл? Что за бред? Я думаю, пауки умные. Ты, Вань, дверь открыл? Я понял, он... Да, он возвращается, по-моему. Понял. А я в туалете, я пока помоюсь тут. Мой нежный гель. О, телевизор. Он идет. Тихо. Нет, тут телевизор только. Не вздумай сюда заходить, здесь запрещено, здесь комната для гостей, а я гость, имей совесть. Капец, как этот телек тащить так далеко? Ты чё, перепутал что-то? Ты чё, блин, делаешь? Сказал же, комната для гостей. Эх, Ваня, в ту же ловушку попался, как и я. Ну-ка, паука покяжьте. Возьми. Минус бутылка. А, да? Она чё, пропала? Тихо, идёт. Да где проход-то в домик? Чё ты смотришь? На тебе, на. Чё ты мне здесь? Я вообще в другой комнате. Ну да, одну, если не сложно. Так-то её найти, наверное, легко здесь. Чё там стоишь? Иди нафиг. Мы тут с вами обмениваемся. Иди нафиг. Идёт со стороны входа, откуда мы пришли. Да куда? Нет, не надо. Пошёл ты. А я в туалете прячусь. Да, я живой, я в туалете. Кстати, интересно, а что если один толкать будет, а один все время агрить, чтобы он в комнату заходил? Попробуй у себя, я толкаю пока дальше по коридору. Не умри, главное, живи, Вань. Ты мне нужен живым будешь потом. Я врезался. Не вижу просто, куда иду. Мне нужна собака-поводырь. Паук, конечно, не годится, но Ваня нормально. Интересно, а Ваню увидеть могу здесь? О! А это Ваня? Подожди. Это Вань ты? Я не вижу, блин, вот это Ваня или не Ваня? Не, это мне кажется просто, мне шиза уже. Я стою в окно, смотрю, как будто там твой силуэт. Я такой вглядываюсь, ты не ты стоишь в окне. Ну и чё, в чё врезался? Подожди. А, понятно. Зомби против растений. Да. Так, мам, куда-то вниз надо будет прыгать? Вань, тебя не зажало случайно, не? Блин. Ай, ну все, Вань, прощай. Будешь мультики смотреть целыми днями, сидеть теперь. Ай, боже. Честно, только ждать, пока я умру. Ладно, Вань, я пойду пока за следующим телеком. Хотя я быстрее умру, наверное. А так ты не сможешь. В смысле, почему? Без меня не сможешь уехать. Я только что дотащил, уехал, нормально все было. Так я вместе с тобой в лифте ехал. А, ты думаешь, я не могу один? Сейчас я проверю. О, блин, обидно. Ваня, ну ты чё там зажался, вылез ты? Хорошо, что там есть баночка в лимонаду, сейчас мы выйдем. Чё там мультики сел смотреть, Ваня? У нас тут бэкрумс, обновление. Так ладно бы ещё мультики, а то сидишь какой-то синий экран смерти смотришь. Ты что, умереть захотел, Ваня? Это всё твои мультики западные, выключай быстро. Может, я разбегусь и могу быстро бежать, нет? Давай, Вань, беги. Ладно, держи батончики, тебе в завещание. Давай, спасибо. Это всё твоё имущество, что у тебя было? Да, вот ещё, ладно, держи ещё воду. О, спасибо. Стоп, чего? А что мне восстановило такое? Безумие? Мультик просто ты посмотрел, он тебя решительностью наполнил и все. Подожди, а что ли этот батончик или эта газированная вода может восполнить здоровье, что ли? Мне что-то восполнило полностью здоровье. Ну чё ты, Вань, сел мультики смотреть, пошли играть. Выключай свои мультики, компьютеры уже, хватит все на сегодня. Я могу показать только значок. Значок? Я не вижу, подожди, у тебя рука ломается, подожди. Покаж. Да, ты в пол светишь, коленку держишь. Сейчас я пауку позвоню, скажу ему, чтоб он пришел. Человек-паук, быстрей сюда, здесь Ваня застрял, помоги, выбей стекло. Аркадий Паровозов, помоги. Ну блин, ну Ваня, ты что наделал? Конечно. Предлагаю мне скинуть минеральную воду. Предлагаю скинуться на лечение. Может, что-то байки расскажем? Давай, байка, слушай такую историю, вот страшную. Байка про окно, не два я сначала. Смотришь такое в окно, а зачем тебе появляется телевизор и не отпускает. Все, конец. Страшно, Ваня, блин, как я теперь спать буду по ночам? Ты что такие ужасы рассказываешь? Я теперь всех телевизоров бояться буду. Давай рассказывай. Рассказывать тебе байку страшную, готов? Да. Жил, значит, один молодой человек, ну, в смысле, поселился в новую квартиру. И, значит, как-то спит он ночью, и просыпается то, что ему кто-то в окно постучал. Он смотрит, никого нет.
Думает, ну ладно, мало ли, что, птичка какая-нибудь или кто. Лег спать снова. И тут окно открывается само и залазит бабка. Вот. Как тебе такая история? А бабка предложила поиграть ему в Roblox? Да. Что за мультивселенная, Вань? Что там у тебя по рассудку? Пацанов 30. Ладно, давай пока фокус тебя покажу. Смотри, фокус с исчезновением. Давай. Смотришь? Внимательно смотришь? Да. Вижу твои ноги. А, только ноги видишь? Хорошо, смотри фокус. Да. Оп. А, подожди, потолок мешает. Стой, смотри, смотришь, да, фокус с исчезновением? Да. Смотри, в окне кто-то смотрю. Есть. В окне. Смотрю. Вот это я понимаю, цыганский, да? Фокус. Ну вот, видишь, фокус с исчезновением какой. Ты в окно, вот что ли, вот выпрыгнул? Просто звучит оттуда, откуда. Так и было, я тебе говорил, смотри в окно, а я там появился. Все, а ты меня просмотрел, как я пролетаю мимо этажей. Все, Вань, поздно уже. Я разбился насмерть. Осталась только голова одна, разговаривающая. Я вижу тебя. Это не я, это Бомж Петрович, hello. Excuse me. Нет, я умираю. Я тоже. Помоги мне, нет, я не хочу умирать. Извини, Вань. У меня судьба есть. Судьба такая. Я знаю, значка $500, 500 биткоинов, спаси меня. Дай мне медали воды. А у меня ее нет, Вань, все. Я знаю, где 500 биткоинов. Давай быстрее пиши, я быстро сейчас вызову подмогу тебе. Дай мне батончик. Ты мне сейчас скажи, где биткоины, я тебя не обману, честно. Батончик. Не могу, Вань, он приклеился, растаял у меня в кармане. Дай штанов слизывать будешь. Биткоин в батончик. Дай батончик. Батончик. Батончик, какой батончик? Быстрее. Это что, Чарли, шоколадная фабрика, ищем биткоин, блин. Да. А, он все скоро. Скоро, что скоро? Не, Ваня, он, Ваня. Батончик, вы, биткоин, вы. Да кто вы-то? Я здесь один. Я здесь не было никого больше. Я здесь один находился. Кровью залил только телевизор весь. Ладно, погнали дальше. Ух ты, иди-ка ты нафиг. Хорошо, что я сидел, прислушивался ко всем звукам. Уйди и давай, шагай. Тут тебе не пройти, здесь телевизор на проходе. В смысле сюда идешь? Ты чё, ничего не перепутал, друг? Вот именно, видишь, телевизор мешает. Давай, иди. Вот, а ты, Вань, в меня не верил. Говорил, я не смогу один, я не справлюсь. Верить надо в своих друзей, в товарищей. Так, о, подожди, телек, ты забыл. Я только не понимаю, зачем стрелочки эти нарисованы вот на полу, типа, в чем их смысл? А, я понял! Или не понял? А, я понял! Это с какой стороны, где телек находится? А, подожди, нет, этот же мы справа нашли. Тогда нет, тогда я ничего не понял. Спрыгивать вниз? А можно, не надо? В смысле сюда путь? И чё? Да, я сломал игру? Ладно. А, нет, вот же, все нормально. Это все правильно было, это я не сломал, это тактика, нет, Вань. Что ты зацепился. Вань, возьми фонарь, 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 фонарь. Я просто паркурист, я в Assassin's Creed играл. А ну, этот, шоколадки на, возьми. Знания. Так мне полная выносливость. Так это на будущее, Вань, ты что? Думать о будущем-то надо. Если опять застряну, новое. О, смотри, эта штука заразит вас, если вы войдете в нее. Опа, вода отравлена. Ху! Ладно. Ты там где? Залез? Не залез? А ты где? А, чего? Как умереть ты успел, Ваня, блин? Ты чего делаешь? Да кто знал-то, что она вот здесь находится? Я вообще даже не видел этого. Я думал, вот эта вода заражена. Блин, ну ладно, я обратно заберусь. Я сначала думал, ты там анимацию запустил, типа сидишь в воде, отдыхаешь. Оказывается, там тоже твой валяется. По идее, я могу здесь упасть. А, нет, здесь невидимая стена, понятно. А, вот что это было? А, о-хо-хо-хо, ух ты, а я могу в текстуры залезть. Ну, я же говорил. А, тут вернуться можно, если что. А, вот тут стена есть невидимая уже. А, ну ладно, продумал разработчик. Главное грести, а не огрести.